Ну что ж, ребятушки, давайте поиграем в танки. Возьмем огнемет. Феникс. Феникс переводится как восставший из пепла. Он жарит неплохо такие танки. У него мощный такой огнемет. О, смотри, видишь, мы сдалека можем их обжаривать. Так, этот сейчас мы обжарим. Все отлично. Отправляемся дальше. И здесь могут быть у нас вертолетчики. А нет, нет вертолетчиков. Ладно. А нет, летит, летит. Давай, давай, огонька тебе. Давай назад, назад подлетай. Я тебя огнем угощу. Хорошо. Все, одни болтики от него посыпались. Вот такой вот он у нас Феникс. Классный танк. Так, давайте я тоже немножечко угощу. Хорошо. Угостили. Так, тебя угостить? Давай. О! Мне уже и огня на вас не хватает. Но он очень маневренный, очень быстрый танк. Так, а ну-ка. О, давайте я вас сейчас всех поджарю. Так, давайте. Ракетками, может, вас угостить. Да, уничтожили. Уничтожили достаточно-таки быстро. Давайте с вами, знаешь, какую возьмем версию? Классику в зимний вариант. В зимний поиграем. Катюшка, Катюшка. Катюшка стоит у нас, ребята, 319 рублей всего лишь. Можно будет ее купить. Так, а почему у меня танк другой? Я же другой выбирал. Ладно, поехали на этом танке. На Титане. Я хотел на огнеметике покататься, но ничего страшного. Можно и на Титане. Так, тихо. Давай назад отъезжай. Есть. Готов. О, мимо. Тебе повезло. Проживешь немножко на несколько секунд дольше. Так, как вас много-то? Алло. Есть. Готов. Так, вот не попаду в снаряд. Можно еще в снаряд стрельнуть, и он отлетит куда-нибудь. Так, этот легкий танк, но хотя он большой, красивый. Почему разработчики еще танков не придумывают, да, никаких-нибудь врагов другого цвета? Не знаю почему. Может быть, они заняты чем-то каким-то другим занятием. Так, ну босс у нас, вот он босс. Кто у нас тут? Удар грома. Громовой танк. Давайте в него постреляем. Есть один удар. Второй и третий. Готов. Мы его уничтожили, ребятушки. Давайте заберем лечение. Подлечимся немножко. Хорошо. И отправляемся дальше. А дальше у нас тут... О, смотри, сколько танков здесь. Ё-моё. Давай, давай, давай. Сейчас я вот этого сейчас щелкну. Да ё-моё, какой-то быстрый. Все, готов. Все, уничтожили мы этот танк. Ох, нифига. На, получи. Есть, готов. Второй, на, есть. Второй тоже уничтожили. Так, холмики. И за этим холмиком будут танки. Есть. Прямое попадание, ребята. Опа, второе прямое попадание. И сейчас еще одно, третье. Нет. Ой, сколько вас тут прибежало танков. Сейчас этот исчезнет. Где-то здесь есть... А, вот, смотри. Ох, нифига, тихо, тихо, тихо. Не-н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 е
дружище, а мы едем дальше. Опа! Прям в воздухе я его споймал. Так, этот сам себя не уничтожит, это думаю. Все, готов. Так, тебе одного удара мало? Давайте я еще дам. Так, вот еще этого. И еще один такой же самый. Одинаковые танки прям. Все, монеты заберем. Едем дальше. Ох ты, готов. Так, тебя тоже сейчас. Есть. И вот этих вот ребятушек тоже. Сейчас попробуем. Ох ты, да мимо, смотри. Так, один есть, второй. Второй тоже есть. Ох, как я его сломал.
со взлета, да? Так, будем надеяться, что они проедут. Холм этот. Оно, может быть, и нет. Нет, проезжают. Только почему-то медленно проезжают, а? Давай. Мимо. Не знаю, я попадаю в них или нет. Да. Тут остался-то у них один ударчик всего лишь. Щелк. Этого щелк. Так, вот этих ребят тоже надо. И готов. А, вас двое все-таки. Да, ребята были. Я почему-то подумал, что ты один стоишь. Мимо. Так, а ну-ка. Да елки-палки. Как же в тебя попасть-то? Никак не попасть, прикинь. Мне надо так подъехать поближе и щелкнуть его. А вот и босс. Легион. А, ну это, в принципе, легкий. Легкий достаточно-таки босс, я так думаю. Хотя, не обязательно. О, попадание. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Ой, как замечательно. Все. Босса уничтожили. Давайте лечение примем. И отправляемся дальше. Так, холмик большой. А, денежки, смотри, денежки. Опа, мимо. На, держи. Тоже держи. На, получай. Ой, второй несется. Несется прям. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, давай. Ты мне не нужен. Все готово. Ой, танки, ребята. Как вы мне нравитесь, красненькие. А они, смотри, переворачиваются. Сейчас посмотрим на этот. Перевернется этот танк или нет? Вот будет умора, если этот перевернется. Нет. Не перевернулся. Так, а ты что, будешь там стрелять или нет? Все, готов. Готов, ребята. А мне еще, смотри, скорость добавили танку, я так понял. Он прям, смотри, как несется. Хорошо. Есть. Отлично. Ох, нифига, сколько вас тут, а? Давайте, подъезжайте, подъезжайте. Подъезжайте поближе. Так, а с этими ребятами надо будет вот так сделать. В логово к ним прям подъезжать и стрелять в них. Вот так замечательно. Да, не знаю, подлечиться. Ну, давай пока подождем. Тихо, 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 тихо. Надо все-таки, наверное, будет подлечиться нам. Ой, какой ты хитрый, а. Сейчас я тебя щелкну, подожди. Все, отдыхаешь. То же самое. Ты тоже отдыхай. Ты смотри, а. Выжил-то, а, от моих ударов. Автоматчик. Есть, давай сразу подлечимся. Немножко, хорошо. Вот еще. Ох, я двоих сразу прикончил. Это прям замечательно. О! Так, а вы, ребята, будете сейчас стрелять, я знаю. Надо будет мне отъехать сюда. Как-нибудь настроить свою пушку. Чтобы прям... О, есть попадание. Еще? Нет. Когда шум металла, значит, я попал. Хо-хо-хо-хо-хо. Да, да, а он перевернулся просто, да? На, давайте сейчас быстренько пощелкаю вас. Ох ты, ё-моё, здесь, смотри, сложно. Сложность заключается в том, что они не могут проехать этот холм. Вот смотри, если мы сейчас назад сдадим, по идее, они должны будут ехать вперед. Ну, это по идее. Хотя не точно, нет. Они там стоят. Не могут подняться. Придется мне к ним идти, к сожалению. Давай, 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 давай. Сколько у меня там патронов? Да ё-моё. Все равно, смотри, стоит, а. Не может уничтожиться. Это очень плохо. Потому что у меня жизни нету. И у него практически нету. И кто кого. Ладно, тех будем сейчас гасить.
Как же мне этого-то уничтожить, а? Вот незадача-то, а? Ладно. Ничего не поделаешь. Да, это было ожидаемо, ребята, что он меня подобьет. Но мы получаем немножечко прокачки. Ладненько.